Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Приятно, что еще до презентации платье Марина вас покорило. У нас продано 92 платья. Знаете почему? Потому что уже наши телезрительницы чувствуют дыхание лета, настроение, отпуск, сезон шикарный. Знаете, вот этот такой морской бриз. Естественно, нам необходимо платье мечты, платье красивой фигуры, платье настроения, платье, в котором мы действительно будем гулять, отправиться в отпуск. И знаете, я просто обожаю круизную тематику. Ну и поскольку отпуск у меня, честно признаю, случается только один раз в году, я с особой любовью выбираю в этот отпуск, да, платье, костюмы. Вот платье Марины меня покорило. Я думаю, покорит и вас, поэтому выбирайте сегодня. Леночка, я даже не сомневаюсь, что она покорит множество модниц и многих женщин, сделает счастливыми, потому что, надевая такое платье, вы, во-первых, удивляетесь своей новой фигуре, поскольку здесь настолько грамотно конструкторы поработали с лекала, что у нас выстраиваются идеальные пропорции для разных типов фигур. И мы об этом с вами поговорим обязательно. Затем сочетание однотонной ткани и полоски. Да, как ты правильно заметила, круизный стиль – это модно, это актуально. Это ваш статус, это ваша легкость. И такое платье будет великолепно смотреться и в каком-то более спортивном стиле с кроссовками, как делает наша Вита, и абсолютно нарядном. Нарядные вариации на каблучках, как выглядишь ты у нас сегодня. Ой, ну как? И, конечно, хлопок, девочки, хлопок премиального уровня. Это наш комфорт, отсутствие парникового эффекта, это мягкость нашего материала. Итак, дорогие мои, прямо сейчас сделайте заказ на телеканале Шоп-н-Шоу и получите наслаждение. У нас два цвета, темно-синий и светло-синий, да? Вот я для себя сейчас выбираю темно-синий цвет, да, вот посмотрите, именно по верхней части, да, как правильно это назвать? Да, вот, Ален, по да? лифу. Лиф, да. Вот по этой баске. А вот как раз на нашей модели, на Милене, у нас такой светлый оттенок, как называется? Светло-синий цвет, светло-синий, да? Светло-синий, да. Так, все, разобрались. Ну, в общем, слышим, что у нас очень много звонков. Размеры у нас уже тают от 48-го, внимание, до 60-го. Давай выберем сейчас размер правильно. Да, мои хорошие, берем четко размер в размер. Обращаю ваше внимание, что трикотажное полотно у нас еще и тянется, но берем на по-большему своему размеру, либо по бедрам, либо по груди. Итак, дорогие мои куколки, ну что, мы сегодня выбираем для себя красоту, настроение. Мы сегодня выбираем для себя самое удобное платье. И знаете, я вам честно скажу, вот летом мы все набираем килограммы лишние, едем, если в отпуск, или наоборот, девочки, ну честно, мы хотим похудеть. Посмотрите сейчас платье просто, которое называется платье-статуэтка, девочки, в котором мне нужно сидеть на диетах. Алена, иди ко мне, поддержи меня. Платье, в котором мне нужно надевать никакие вот эти вот, знаете, утягивающие колготки, какое-то корректирующее белье. Посмотри, слушай, мы все разные, но оно просто идеально странит нас всех. Ну вот смотри, ты у нас обладательница пышной груди, красивой линии бедра, с хорошо выраженной талией. Вот, подчеркнули пояском, и ты выглядишь еще более такой соблазнительной, просто вау. Но у нас девочки с разными типами фигур. Можно я Женю позову сюда ко мне? Женечка, потому что ты без кардигана, я хочу на тебе показать. У Жени верхний тип фигуры, где талия не ярко выражена и более узкие бедра. Многие женщины не могут подобрать себе для этого типа платья, и считают, что платья им не идут. Посмотрите на Женю, она потрясающая. За счет чего? Смотрите, у нас, во-первых, однотонный верх делает нашу верхнюю часть более компактной, более изящной. Подрез у нас лифа идет чуть выше природной талии, в самой узкой части. Поэтому для типа фигуры яблока вы скрываете свой животик. И талия у нас рисуется в самой узкой части. Плюс на нашу стройность работают вот эти диагонали. Хотите, подчеркнули пояском. Не захотели, поясок завязали сзади. Дальше. Отрезная наша юбка на складках. Вот выстраивает те самые правильные пропорции. Декоративные пуговички визуально вытягивают наш силуэт. На это же работает и наш принт, полоска. Кармашки не добавляют объема. Длина элегантная, французская. Отлично, кстати. То есть платье просто потрясающее. Знаешь, как вот Леонардо да Винчи там буквально все вот это вот высчитал. Вот такая конструкция. Садится просто превосходно. А знаешь, что мне еще понравилось?
понравилось, девчонки, а? Мои красотки, прошногрудые я прям, ну-ка покажите меня, пожалуйста. Я сейчас хочу обратиться к моим конфеткам. Держи, давай. Я сейчас просто покажу. Я знаю просто эту проблему, когда пышная грудь, когда ничего, вот здесь рубашки надеваешь, все расстегивается, да? У меня у самой мамы, да, тоже пышная. Девочки, смотрите, отличный вариант. То есть вот у нас место еще есть, есть куда расти, есть где, как говорится, разгуляться. Поэтому идеальное решение для вас, ручки, что мне нравится, да, вот здесь бывает висюльки такие, да, он уже и с возрастом, и, ну, руки-то не качаем, времени нет у нас, да, где-то идеальное решение, смотрите, то есть вот верхнюю часть прямо даже с пышной грудью, да. Алён, мне нравится, что делает, вот прям, вот как колокольчик. Да, тут и благодаря крою, и благодаря тому, что у нас сочетание однотонной ткани и принтованной. Выбирают сразу два цвета, и светло-синий, и синий, но главное сегодня, конечно, успеть, а знаешь, что мне нравится? Посмотрите, да, то есть вот так вот подчеркнула фигуру, и при этом пышность бедер не обтянула вот как-то так, да, а правильно как-то вот. Как это фасон называется? Ну, вот колокольчик. Вообще такой силуэт, где тонко выраженная талия, расклешение книзу. Это вообще стиль Кристиана Диора. Знаешь, когда вот после войны женщины устали от всех этих вот каких-то непонятных, бесформенных. И они хотят легкости, да? И именно такой силуэт считается эталоном женственности, эталоном красоты. И правильно выстраивают наши пропорции. Такой перевернутый тюльпан. Великолепно смотрится на любой фигуре. Ну, а еще самое главное, посмотрите, у нас в составе, внимание, 100% хлопок! Девочки, ликуем, у кого пышные формы, кто любит получать наслаждение, это очень-очень важно. Вот что нам дарит здесь 100% хлопок? Ну, во-первых, в жару, да, наше тело дышит, никакого парникового эффекта нет. Еще такая деликатная проблема, держи, если вдруг, ну, мало ли, вы там где-то пробежали, еще что-то, да, вот такие деликатные нюансы, да, впитывает влагу идеально, до 30% впитывает влагу и не показывает этого на своей ткани. Потом, мягкое, тактильное, приятное ощущение. Вы чувствуете, девочки, да? Оно настолько нежно обнимает наше тело, но при этом плотность хлопка такова, что оно не потеряет своего внешнего вида после многочисленных стирок. Его можно гладить, можно стирать. Оно будет такое же потрясающее. Да. А знаешь, что мне понравилось? Что, девчонки, раскрываем все секреты. Мало времени до окончания эфира, но... Подождите, дайте еще чуть-чуть. Я же пошла, подкрасилась, да, перед эфиром. Я села, потом думаю, ой, так у меня же здесь хлопок. Я встала, смотрю, оно так сильно не мнется, как часто мнется хлопок. Тут у нас, не хватает уже времени показать, у нас хлопок такой даже в рубчик выделки. Особый состав, премиальная выделка позволяет этому платью выглядеть потрясающе, не мяться и держать хорошо фактуру. Ну, а вы знаете, какой у нас в итоге сейчас самый популярный цвет? Светло-синий, поэтому поторопитесь. Вот он у нас. Но главное сегодня постараться успеть. 1499 рублей цена. Цена за 100% хлопок, за ваше настроение, за вашу улыбку.